Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Две тяжелых операции подряд. Почему 72-летний Валерий Леонтьев не появляется на публике? Обеспокоенные поклонники ветерана российской эстрады обратили внимание, что Валерия Леонтьева давно не видно. Ни на концертах, ни на светских мероприятиях. Учитывая почтенный возраст исполнителя, почитатели его таланта заволновались, вдруг случилось что-то серьезное. В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала 2000-х. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать, цитирует «Комсомольская правда» слова близкого артисту человека. Уточняется, что и с глазами проблема застарелая. Озвучено Яндекс.Хитчик. К тому же, говорят, после неудачно проведенной пластической операции у Леонтьева не могли закрываться веки, что повлекло за собой большие проблемы с засыпанием. Недавно «Экспресс-газета» писала о том, как звезда реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил экстравагантные наряды голливудской актрисы Меган Фокс, нашей глюкозы и Валерия Леонтьева. На своей странице в Инстаграме Рустам разместил коллаж с тремя артистами в похожих полуголых одеяниях, состоящих из черных полосок. При этом подписчики Солнцева пришли к единогласному мнению, что выиграл эту битву Валерий Леонтьев, хотя бы потому, что он в подобные костюмы обряжается давно. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр!